Все больше вопросов, на которые необходимо искать ответы, причем оперативно и своевременно. На приеме у главы города Елены Лапушкиной члены семей мобилизованных граждан. Одни интересуются, как оформить кредитные каникулы, другие просят помочь в решении бытовых и социальных вопросов. К примеру, одна из семей попросила закупить материалы для строительства частного дома. Ранее этим занимался муж, рассказала жительница Самары, но сейчас он принимает участие в специальной военной операции. На просьбу власти города отреагировали сразу же. Все необходимое уже доставлено по указанному адресу. Люди с огромным пониманием относятся, да, но тем не менее, увы, когда уходит кормилец, когда уходит опора, возникают чисто бытовые вопросы, с которыми мы стараемся разобраться. Совершенно точно не последняя встреча. Встречались в ДК «Заря», когда приглашали большое количество специалистов. Сейчас я поехала уже в районы, чтобы людям было удобнее прийти и проехать по всем районам, где вопросы будут непосредственно к нам. Необходимо учесть все просьбы, которые поступают в район от членов семей мобилизованных граждан, отмечает глава города. На каждого мобилизованного в администрации района подготовлены социальные паспорта. В этих документах содержатся данные о родственниках бойцов и основные вопросы, которые требуют незамедлительного решения, а поступает их немало. В основном они связаны с кредитами, ипотекой, долгами по ЖКХ. Кто-то просит помочь пройти медицинское обследование. Вопросы были связаны и с социальным направлением, это перевод детей из одной школы в другую, либо оформление в детский садик помочь. Есть и бытовые моменты. Кому-то помогли форму приобрести хоккейную для ребенка, потому что он достаточно серьезно там занимается хоккеем. Вот, предоставили кому-то нужны. Коляска была инвалидная для мамы. Кировский стал первым районом в Самаре, где встреча родственников мобилизованных с главой города прошла в таком формате. На очереди другие районы областного центра, в каждом из которых будут готовы выслушать, поддержать и помочь в решении самых сложных вопросов. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.